Для того, чтобы подать заявление на зачисление в первый класс, вам нужно открыть сайт sakura24.kz, затем выбрать нужный город, район. Выбрать раздел «Подать заявление на зачисление» на главной странице. Вы можете воспользоваться государственной услугой «Прием документов и зачисления в организации образования», независимо от ведомственной подчиненности, для обучения по общеобразовательным программам начального, основного, среднего, общего, среднего образования посредством портала. Шаг 1. Заполняйте контактные данные родителя. Поле «Основной номер мобильного телефона» является обязательным для заполнения. Поля, указанные красным шрифтом, не обязательны к заполнению. Можете указать при необходимости. В разделе «Основной номер мобильного телефона» и «Дополнительный номер» нужно заполнить номера и нажать «Получить код подтверждения через СМС». На указанные номера поступит 4-значный код подтверждения. Далее. Шаг 2. Заполнение сведений о родителе и ребенке. В открывшемся окне в поле «ИИН родителя» или «Законного представителя» необходимо ввести ИИН и нажать кнопку «Проверить ИИН». Фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол и поле «Адрес проживания» заполняются автоматически. Необходимо выбрать, является ребенок гражданином Казахстана, иностранцем или гражданином Казахстана, рожденным в другой стране. В поле «ИИН ребенка» необходимо ввести ИИН и нажать кнопку «Проверить ИИН». Фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, номер свидетельства о рождении и поле «Адрес проживания» заполняются автоматически. Затем в поле «Фотография» необходимо нажать «Загрузить фото». В открывшемся окне выбрать нужное фото 3x4 и нажать «Открыть». В поле «Справка состояния здоровья форма 063У» нажмите «Загрузить фото». Выбирайте справку 063У и нажать «Открыть». В поле «Раздел с общими сведениями о ребенке» нажмите «Загрузить фото». Выбирайте страницу с данными о ребенке, паспорт о здоровье и нажать «Открыть». Далее. Шаг 3. Информирование. При подаче заявления на зачисление в первый класс предусмотрена подача 3 заявления в 3 разные школы. 1 по микроучастку и 2 по квоте. Далее. Шаг 4. Выбор школы. Вам необходимо выбрать фактический адрес проживания для определения школы по микроучастку. Введите наименование улицы и нумерацию дома. Выйдет выпадающий список с полным наименованием адреса. Вам необходимо выбрать его. Затем выбрать язык обучения. Автоматически выйдет школа по микроучастку. Нажимаете «Выбрать». Также можете выбрать другую школу по выбору, если в нужной школе имеются места по квоте. Далее. Шаг 5. Согласие на получение уведомления. Указываем тип уведомления и язык уведомления. Далее. Шаг 6. Проверка введенных данных. Данный этап является последним. Сакура подскажет вам все необходимые сведения, попросит подтвердить их и отправит электронное заявление в школу. Вы получите уведомление о подаче заявления и присвоении номера. Готово!